Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сегодня буду рассказывать, где лучше строить свой бизнес, или же в селе, или же в городе. Если мы считаем так, то получается у нас эра Водолея, эра у нас воздуха, с помощью этого мы сможем быстро осуществлять новые идеи за село или впереди города, поэтому вы должны об этом тоже знать. Сейчас эра Водолея достаточно долгая. 2000, она только у нас какого там года, 2000 года, в общем-то, 2001 года, поэтому получается, что нужно делать быстро и легко. Например, купить землю. Это если вы найдете дешевые земли о каких-то местах, каких-то населений, стран, смотрите в интернете, где купить землю, в каких странах дешевая земля, как я понял, в Украине. Поэтому я живу в территории Украины, думаю, достаточно купить хорошо земли. Ну а сейчас война идет за вторжением, хотят захватить полностью Украину и не дать нам зарабатывать на, грубо говоря, землях, а будем зарабатывать в Москве, все деньги в Москву, дорожание, дорого все будет. Вот это вот мне не нравится, поэтому лучше остановим эту войну и, скорее всего, будем уже земли в Украине, потому что после войны всегда хорошо хайп проходит земли, закупать их можно. Вот, ну, стратегия у России другая, она нападает, потом отдыхает, нападает, потом отдыхает. Поэтому, возможно, еще раз Россия нападет, и ваши земли в Украине пропадут. Но дело в том, что не через год, не два, а вы окупитесь. Если вы живете в Украине, или же хотите там приехать, то окупитесь. В принципе, можно окупить свой бизнес, тут хороший. Поэтому откуда, отсюда сюда, я думаю, не нужно ехать. Пока, наверное, я не куплю несколько гектаров. Они нормальные по цене, но думаю, будет очень классно, если будет все идти, как я хочу. Это будет круто. Самая дорогая земля — это Дания, вроде бы. Ну, Европа, конечно же, Европа. Кто в Евросоюзе, то дорожает. А в Украине не Европа. Вы тоже должны об этом знать. Переходим к следующей теме. Это означает, что город. В городе можно строить скорость именно воздуха. Это значит, что быстро построить и все это делать. Хайпить интернет. Ева может вам компанию построить в городе. Вы сможете, они смогут вам, эти вот клиенты ваши или же работодатели приезжать. Потом вы будете с помощью села забирать там овощи, фрукты на склад свой. Там распространяет ваша компания, которая производит или раздает. Вы в Украине живете, раздаете, вы создали свою компанию, и получается у вас будет компания. Это сложно сказать, но в принципе смогу объяснить. Компания, и там продаете фрукты, ну понятно. Дальше вы отправляете груз, морской груз, конечно, сейчас в Украине недоступно, но если будет, будет кайф. А если нет, то бензином доставлять Европу будет тяжело, а если морским, но это по дешевке морской порт, то это по дешевке получается, и там выгодно очень порты именно эти территории с Украины, где там связано море. Вот Румыния, Молдова, ну Молдова, Казахстан, они бедные страны, да? Почему? Ну да, возможно, богато, но это новый вид бизнеса, где вы сможете заработать много денег. Это очень хорошо. Создать свой бизнес в городе, в селе, что тут можно? Бизнес создать тоже можно. Как обычно, в селе иметь 100 курей, иметь 200 курей, будет у вас маленькая зарплата.
Ну, нормально. Но если выращивать овощи, сдавать их в Европе, или же США, Западу, или же Китаю. Но Китай там другая тема, поэтому есть где новый бизнес, то лучше, наверное, скорее всего, с Китая узнать, как они там делают штуки. Они экономят на бензине. Морское у них, ко морю страна доступна. Это очень хорошо, когда страна доступна. Вот в России огромное море. Поэтому, ну, сейчас закрыли, сейчас экономика упала из-за того, что вторжалась до Европы. Там кусок России, это значит кусок Европы был. Но она не хотела, она хотела Азию. Потому что говорит, что США хочет номер один быть, а Россия номер два. Россия должна быть номер один. Хотите Европу. Хотите все, в общем-то. Но есть такой еще конкурент Китай, Индия. 2 миллиарда населения по 2. Еще как там арабы, много чего есть, нужно только каждого изучать. Но я вам порекомендовал самое, наверное, крутое в городе и в селе, а дальше, наверное, будем изучать. Всем за просмотр, с вами был Макс Прайм. Инвестируйте в добрые дела, не начинайте войны и знайте, что Китая 2 миллиарда. Вот если население дойдет до 2 миллиарда, то в принципе конкурент не так уж и сильный. Вот было бы прикольно, что в Украине восстановят 2 миллиарда населения. Тогда мы будем уже равны, у нас будет уже сильное государство, говорят, будут обманывать, но это уже другая тема. Чтобы такого не было, нужно скорее же всего заняться чем-то полезным, а не вот это вот. Как Китай заняться, например. Камеру установить там везде, как они там делают. Идти Китай нужно. Да, как так. Всем удачи, всем пока.